Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы будем играть в флеш-игру «Три панды в Японии». Четвертая игра из серии «Три панды». И я тут вижу даже 60 FPS какие есть. Короче, комикс такой. Прибыли три панды в Японию, фоткали что-то. И увидели бандитов, которые пытались какую-то скульптуру украсть. Золотую. А их бандиты схватили тоже. Что это за язык вообще? Ой, господи, я что-то ничего не понимаю. Так, ладно, нам надо качаться, чтобы как-то выбраться отсюда. Что я, собственно, и делаю. Вот, наконец-то. Здесь, наконец-то, есть 60 кадров. По крайней мере, на этом сайте. Так. Залезть нам надо. Атмосфера какая-никакая японская тут присутствует. Тут реально культура прям такая впечатляющая, древнеяпонская. Поблагодарил нас за яблоки и теперь повезет нас в тележке. Так, я, наверное, чуть-чуть звук сделаю потише. Что-то вообще прям громкий. Click to roll. Только что с этим делать надо. А, кликните на нее, чтобы... А, это мы рыбаку помогли. Короче, панды помогают людям добрым. И это классно. И борются с плохими. И вот, кстати говоря, похоже, плохие здесь. Блин, вот этот на псая, кстати, похож. Хотя пса это кореец. Ну-ка, отведайте-ка силушки суши-роловской. Опа! Опа, вот это ниндзя. Это не просто бандиты, это ниндзя. Так, в горах. Да что так высоко прыгнул-то? Так. И музыка, в принципе, тоже впечатляющая. Ну-ка, поймали мы рыбку. Вот, отведай. И вкусно, и время скоротать поможет. Только людям и животным мы тут помогаем. Всем, ё-моё. А вот опять ниндзя, только этот какой-то сильно толстый. А, вот та самая скульптура. Это что еще значит, блин?
Опа, короче, нам нельзя промахиваться. Нельзя промахиваться, и надо по камням попадать. Да блин. Отведай косюшки. Каменные. Блин, целиться не очень удобно, если честно. Лучше просто без остановки вот так палять. Только тогда толк какой-то будет приноситься. Какой это ниндзя-клон у нас? Так, мы прибыли в какой-то город. О, роботы. Роботу хочется робота-собачонку. Какая романтика его. Да заткнись ты, достанем мы тебе сейчас собаку. Так, вот тут проблема в том, что они близко стоят к рычагу, и я не могу тыкнуть на этого малыша. Стойте, только не падайте. В смысле, почему? А. Ага. Тамагочи у нас тут. Опа, нифига себе. И что делать надо? Типичный тамагочи, короче. Никогда не понимал их большого прикола. Это задротство полное и сама игра, которая в них полагается, не очень-то прикольная. Ухаживать за виртуальным зверьком, ну разве это круто? Тем более пиксельным зверьком. А это ты не хочешь до сих пор, что ли? Так долго играем? А, мы подрасти дошли, должны быть.
Четвертое действие мы так и не выполнили ни разу. О, какой-то у нас тут мужик медитирует, блин. Пойди прыгнуть на этой подушке надо. Короче, нам даровали все, чем можно уничтожать ниндзя проклятых. Короче, все события, которые были в этой игре, мы вам показали. Ну что ж, эта игра заняла у нас всего лишь 12 минут, поэтому давайте сразу же пройдем и три панды в фантазии. Предлагаю. Так, после короткой рекламы, не переключайтесь. Дорогие друзья, хочу обратить ваше внимание на канал Freakinism Action. Этот канал моих друзей. Я уже делал на него рекламу и говорил, что здесь выходило интервью канала Максимадзе, большое интервью. Также здесь, если вам интересно, выходило не менее интересное интервью с моим напарником Лёхой из канала «Чё хочу, то ворочу». Тут есть еще всякие видосы. И 4 недели назад тут вышел новый ролик с моим участием. Ролик постановочный, конечно, странный, но тем не менее. Рекомендую, переходите и подписывайтесь. Итак, дорогие друзья, вот игра «Три панды и фантазии». «Три панды и фантазии». Собственно, вот нам показывают даже все игры. Причем даже показывают, что «Три панды» в Бразилии есть даже на мобильных устройствах. И да, это действительно так. Но почему-то только «Три панды» в Бразилии. Почему другие части нельзя было сделать, я не знаю. Короче говоря, поехали. Не будем тянуть. Какой-то домик фантазии они увидели. Им захотелось заглянуть. И их затянуло хрен знает куда. В какую-то волшебную дверь. Так вот. Так. И волшебная лестница. Ну, просто впечатляюще. Ничего не сказать. Какие-то эльфы у нас тут уже. Что еще за странное
существо. Но не можно, на этой козявке прыгать можно. А вы чего не пошли? Ну идите, чего стоите-то? Маленький, давай тоже поднимайся. Не падать, не падать. А ты куда пошел, большой? Так, помочь надо этому, так я знаю. Можете мне не рассказывать, как это управлять. Поможем ему немножко, у него не хватает сил, видимо. Ну иди давай, чего стоишь? Шахту нас просит войти. Это еще что за странный дракон какой-то жуткий. Здесь надо прыгать и не упасть. Такая вот интересная вещь. А где этот гном или эльф, не знаю кто он. Ну, набрали сколько-то сокровищ. А здесь темно. Но нам фея это помогать будет. Вниз, 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 вниз. Окей. Тут еще феи, которых надо, видимо, спасти от вот этого. От вот этого вот. Этого жирополка какого-то. Пузи. Давай, давай, зеленый Пузислав, убирайся. Пузислав. Да что ж такое? Ладно, он признал, что мы победили. Еще волшебник какой-то один. Летающий дом. Mm-hmm.
Ладно, теперь однозначно надо наверх. Ну, входите. О, господи, почему он кверх ногами? Как я буду в это играть? Не кидает. Блин, как этот уровень-то пройти? И вообще, я так не могу играть. Чё они не прыгают-то, алё? О! Вот как надо проходить. Так, мы выбрались из этого дома, и голова аж закружилась. Помимо этого чудища... На это чудище напали какие-то твари зеленые. И неужели наши панды спасти его решают? Ой. Целиться не очень удобно. Отведали силушки взрывной. А как нам попасть туда? Блин! Игра облагивает, конечно. Ну хорошо, я понял. Делать-то надо что? Как попасть на этот корабль? Башню эту доломать или что? А, вот так.
кидаться надо самими туда. Где ключ-то найти от этой дверцы? Опа! А вот об этом я что-то не подумал. Ладно, сначала надо красную кнопку, видимо, нажимать. Так. Давай, жду. Когда этот зеленый уйдет. Окей, хорошо. Да. А почему мы его спасать все-таки должны, интересно? Он же нас съесть собирался. Чуть-чуть ближе подойти надо. Сообщение какое-то пришло. Ага, он нам теперь поможет, значит. Да что ж такое? Да я не попадаю вообще. А вот теперь попадаю. Блин. Вот так вот закончилась эта история. Ну что ж, мы прошли все 5 игр.
из серии «Три панды». Все они довольно простые, но при этом увлекательные и интересные. Ну что ж, я думаю, это далеко не последние игры. Не последние флеш-игры, я имею в виду, в нашем, на моем канале. Будет еще красный шарик. И, может, даже не только. На сегодня все. С вас Акус, подписывайтесь на меня, эпичные видосы, подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на всякий случай еще в Дзен канал. И всем пока.